Всем привет! С вами 13 из иксов. Нет, ни гранаты и ни растяжки. Сегодня немножечко поговорим про снаряжение на ночную игру. Поехали! Сегодня предлагаю поговорить немножко о снаряжении для ночной игры глазами обывателя, глазами новичка или глазами человека, который очень давно не играл в игры с ночными фазами. Не то чтобы я являюсь новичком, в Страйке я играю года с 2006-го. В ночных играх и ночных фазах участвовал года с 2008 по 2013. Был на таких проектах, как открытие-закрытие СК, открытие-закрытие СПАС, игры от Шармута, игры от Артиста, которые проводились в Ивановской области. Это были такие крупные игры, часов по 20, может быть даже где-то больше. Всегда участвовали, всегда играли. Это еще те времена, когда не было трассерных насадок. Ну или они были, но использовались не всеми, и их использование было не обязательно. Не так широко было применение, были распространены приборы ночного видения и тепловизоры. В этом сезоне, в сезоне 2020, мы с командой приняли решение участвовать в ночных играх, независимо от усталости, независимо от желания. И до сезона начали готовиться к ночи. Сегодня я покажу вам комплект, который я собрал для себя, с которым я планировал играть в этом сезоне. На ночных играх, на ночных фазах. Итак, я бы разделил снаряжение, необходимое для ночной игры, на два комплекта. Минимальный и расширенный. В минимальный комплект я бы включил красный фонарь для обозначения себя убитым. Трассерная насадка. Ну и, конечно же, трассерные шары. Этого вам будет достаточно для того, чтобы играть ночью, соблюдая все необходимые правила и требования организаторов. В расширенный комплект я бы включил следующий. Инфракрасный маяк типа Манта, Hellstar, VipLight, MS-2000 и другие известные маяки, функциональные реплики которых широко представлены на Али. Но я бы все-таки брал оригинал. Пекбокс с инфракрасным лазером для прицеливания в прибор ночного видения и для указания цели своим товарищам. Инфракрасный фонарь и обычный фонарь. Обычный фонарь нам пригодится для подсветки цели, для подсветки местности. Инфракрасный фонарь нам нужен для того же самого, но только с использованием прибора ночного видения. Инфракрасные патчи для обозначения свой-чужой. Но не забывайте, что ваш противник также оснащен ПНВ и прекрасно видит ваши патчи, ИК-фонари, подсветки, как и ваши сокомандники. Противнику это поможет вас идентифицировать и убить. Ну и, конечно же, сам прибор ночного видения или тепловизор. Данный прибор я приобрел совсем недавно. Это прибор российского производства Катод, второе поколение. Конечно же, подготовка расширенного комплекта стоит денег, но играть с ним будет несколько веселее, чем с минимальным комплектом. Не буду детально останавливаться на каждом элементе. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете задать их в комментариях. Если потребуется, сниму отдельное видео по тому или иному элементу. Наверное, буду заканчивать. Я показал вам, какое снаряжение, на мой взгляд, необходимо для игры ночью. Мое мнение может не совпадать с чьим-то другим мнением, но я не говорю, что мое мнение правильное, так как большим опытом игры ночью я не обладаю. Всем спасибо за просмотр. С вами был 13 из иксов. Всем пока.